Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Пицца Геймер Ватиплеер, и добро пожаловать в новое видео по Forza Ricken Air Darkest Dreaming. В прошлом ролике я сделал невозможное, я сделал первый свой трипл дроп прямо на видос. И что же, мы остановились на 10 уровне, у нас остались еще кое-какие аниматроники от моего друга. И давайте, пожалуй, начнем с него. Это, да, фуловый игрушечный Бонни, так я и ожидал. Так я и думал, в принципе. Сейчас будут все той персы. Но постараемся с ними расправиться как можно быстрее. Думаю, проблем не составит. Хотелось бы, чтобы пофартило. Особенно на ЦПУшечке. Ну-с. Так. Замолчал собачку. Красный? Белый. Все отлично. Значит, остальное все красное. Красный. Вижу. Я в тотальном ахуе, понимаешь? Ты, Бонни, ты не понимаешь, блядь, я в таком тотальном ахуе. Я играю всего день на этом аккаунте, а у меня уже есть такие предметы, блядь. Которых, блядь, нет у среднего по уровням аккаунта. Я сейчас буду вытягивать такие места, я не буду снова фармить опыт. Я буду гринить до 79-го. Но лишь с той целью, чтобы грохнуть босса. Опять мне игра подлагивает, блядь. Здесь. Туда. Спать. Давай, ты мне цепушечку дашь, я с тобой по-бырому так это. Давай. Давай, я думал, мне повезет. Не повезло. Ну ладно, не повезло. Ладно. Одного грохнули и достаточно. Мне больше и не надо. Они все равно приходят. 8 битвалора. Неплохая комба. Почему бы и не выпить, собственно. Немного долго, конечно, но тем не менее. Восемь битвалоров, в принципе, тоже две иконки. Есть на что по дабл, а то и трипл дропать. Всегда интереснее просто выбивать то, что у тебя вообще нет из костюмов, и ЦП, и иконок. Конкретно, блядь, такой комбинации, чтобы тебе что-то из этих предметов выпало. Если ты будешь убивать, например, там, фуловых, да, каких-нибудь, и у тебя там есть, например, уже костюм кого-то, но нет ЦП или иконки, тогда это уже другой разговор. Еще, может, на иконку повезет, но не на ЦП. А вот когда ты конкретно вот так выбиваешь с рандома, то это вообще имба. В любом случае придется гасить абсолютно все, что тебе надо. Потому что аккаунт все-таки пустой, это раз. А во-вторых, надо фармить опыт. Мне без опыта и уровней, я почему люблю апать уровень, до 79-го буду опять идти. Потому что мне все равно придется гасить босса в это раз. Во-вторых, я хочу достичь той мощи, вот прям максимальной мощи в этом уровне. На 79 уровне ты можешь абсолютно все что угодно убить с одного удара. Вне зависимости босса то или нет. Это абсолютно все аниматроники на прочности, это все в один удар. И вот этого я и достигаю. Давай. Нет, ты меня не дропал. Не дропнул ты мне ничего, ну ладно. Обидно. Давай посмотрим, что будет дальше.
Little Joy Magician Tour. Интересно. Еще суть потому, что мне, как бы, ну, иконка Биг Джо нужна, я надеюсь, что я ее выбью. Нет, стой! Да ну, блядь, ну, сука, ну, я не понимаю, откуда ты бежишь? Иди нахуй. Блять, кто делает эти ебанутые тупые, блядь, комбинации? Я сейчас был очень рад, но теперь я очень расстроен. Бля, я упустил такую возможность выбить Биг Джо. Сука, я не увидел, блядь, откуда она бежит. Я на слух, это же... Я конченый. Шоколадный скин для Фредди. Ну, Шедоу Бонни. Ну, почему бы нет? Иконка никогда это не лишняя вещь. В принципе, ЦП у меня есть, костюм тоже есть. Чего бы иконку не ловить? Проблемы же не будет. Не хочет убежать. Ну так, значит, да? Ага. Все. Зона помех, это надо избегать. Фальшивишь уже второй раз. Трира. Прошу прощения. Я не услышал, извиняюсь. А вот теперь я услышал. Давай. Ей. Мы что-то получили. И иконки мы явно не получили. Ну и ладно. И ладно, и что нам с этого? Еще одного той. Ну ё-моё. Когда мне мама говорила то, что... Не жадничай, я не думал, что моя жадность достигнет такого предела, что мне придется выбивать абсолютно все поочередно. Особенно, когда у меня уже есть иконка. Причем тут жадность? Ну, жадность состоит в том, что, блядь, ну, когда ты просишь, тебе не кидают. Когда ты не просишь, тебе наваливают уже того, что ты, в принципе, хочешь. Но одновременно хочешь ты выбить все-таки без, собственно, ну, без поддержки кого-либо. Я бы это, вот я бы иконку, например, обычно Тойбон, я бы хотел увидеть с рандома. Или там ЦП, например. Это не такая вот, знаешь, причина, чтобы выбирать, например, с друга. Не такой кайф. Когда ты выбираешь от самих Fazbear Entertainment, с самой карты, ты охуеваешь еще больше, нежели чем с друга. Не, ну Биг Джо, конечно, не исключение. Если бы я выбил, блядь, Биг Джо, и мне бы нормально повезло с комбинацией, я бы еще понял. Ну, болдеры. Ладно, болдеров. Интересно. Как вы располагаете здесь, конечно, комбинация? Я подожду, пока я не буду собирать детальку. Не хочу собирать детальку. Я потерплю.
Нус? А где еще? А, вот, все, дроп. Привет. Привет. В говне весь испачканный, да? Ну ничего, отмоем. CPU, давай. Let me get the CPU. Nothing. Ну ладно. Ладно. Так, значит. Идем дальше. Катрина с кином для тычи... Нет, я не буду это брать. Я это не буду брать. Я не буду это брать. Я тупо не стану это брать. Holy crap. Санина ТБ. Ладно, Санину можно. Санина. На то и Санина. То же Санина. Чем быстрее ты справишься с говном, тем тебе меньше придется потом с этим говном драться. Какая же система с вампом ДБ? Белый. White ice. Красный, 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 красный. Люблю эти шиверы на глазах. У них есть другие. Угу, Red, Red Eyes, Red Eye. Отлично. Ну что, смотрим? Смотрим. Что же мы выбиваем? И выбиваем мы иконку. Победа. Это победа. ЦП я потом выбью. ЦП еще придет время. А вот паскоины бы мне поднакопить по-хорошему, которых у меня нет. А, это да, это беда. О, плюс трапка. Плюс трапка. Има. Привет, плюс трапка. Плюшка. На базу. А, у тебя морозная. Блять, у тебя морозная локация. Я понял, у тебя просто. Чё-то ты очень быстро знаешь, я еще и не успел. Ну ладно. Ну чё, ЦП, иконка, костюм там. Скинец. Изи. Еще один санкин. Ну давай.
Ну а вдруг, блядь, ЦП выпадет? Болдера я просто не хочу, он меня бесит. Хороший скин лучше, чем Санкин, но, бля, он меня бесит. У него тихий хайвайр вот этот, блядь, каменный. Красные. Красные были. Вот так-то. Ой, господи. Давай. Не выдал ты мне ничего, ну и ладно. Потом, значит, как-нибудь потом. Болдеров тоже надо скипнуть, кстати. Скраб Бэйби! Надо победить. Я понимаю, это будет сложно, но победить надо. Надо победить, ребята. Я должен не просрать. Ой, привет. А, спокойно. Я говорю спокойно. Это еще не такая большая трагедия. А. Да хватит. Где же я? Прячусь. Какого? Что? Блядь, сейчас с камерой. Обосраться. Я, блядь, испугался. Я не знаю, где он. Я не знаю. Бля!
Ну ёб твою мать, ну почему у тебя хитбоксы говнища? Это было очень опасно. Я ненавижу, блядь, вот абсолютно у всех аниматроников почти, блядь, хитбоксы полное говнище. Я видел то, что он пробежал, но я, блядь, должен был попасть. И в большинстве случаев такое реально работает. Ты проворачиваешься, и даже если попадаешь в пустоту, он, блядь, прописывает тебя нормально. Ну как ты, что, ты ударил? А здесь он тебя так не прописывает. Ой, блядь, надо было завязать блок атаки. Надо было завязать, я хотел его оставить для последней фазы. Здесь пришлось вот так вот. Ой, блядь, как опасно же было. Ой, как опасно же, блядь, было, а. Мусорная банда, это, конечно, полное говно. Я понимаю, комбинация, блядь, неудачная. Она полное говнище, потому что шумная. Ай. Шанс такой был, блядь. Тихо. Странные Фокси. If you ever need to talk VR, I'm here for you. Your best pal, Ringmaster Foxy, is here for you. Вот еще одна причина, почему разработчики давны. Потому что они конченые идиоты, имбецилы, и полные. Блять, кто будет озвучивать в таком тоне? Есть, конечно, нормальная озвучка, есть некоторые фразы. What the fuck is this? Shut your fuck up. Беги. Ну что это такое, а? Ну все, ладно. Вот так-то. Вот так-то, понял? Странный эндоплюш. Ну давай. Ничего не выпало. Все понятно с тобой, на ёбке. Что? Кто там был? Это случайно не то, о ком я подумал? Это или это то, о ком я по... Скрап метал. Любимый шестинок такой. Сасный такой. Ай, я его иконку хочу. Иконку хотеть надо. Не, скин очень хорош. Мне нравится. То есть, по концепции он был хороший. Его, по, его реализовали хорошо. Белая. Отлагивай, играй.
Во! Отлично. Отлично убили. Блин, это ж прям реально. Там неплохо так. Я выбил скин имба. Имба! Все, да? Зачем я тебя нажал? Да, действительно. Я начал играть 7 часов назад. За 7 часов игры довольно много. Да, красная, белая. Прикол. Белая, красная. Все, я вижу красную. Нус? Отлично. О, смотрим. Я любые дабл дропы и трипл дропы буду скриншотить. Это блед. Ну, блэд, а ну что ж ты будешь делать? Той Фредди, да вы гоните. У меня есть его ЦП. Мне уже этого достаточно. Маджишн с кином для... Во, вот это мне нравится больше. Well, hello there, stranger. Hello, hello. А? Спокойно. Не кипишуй. Я успеваю. Сейчас будет хайвайр. Я сказал. Деталь. Вау, вот эта фраза, я ее впервые слышу. На, прикольно. Я эту фразу реально впервые слышу. Magician Mangle. Ну давай. Ничего не дали. 65 опыта дали. Неплохо, как мне кажется. Меня окружили толпой всякие Той Фредди. А зачем мне Той Фредди? У меня есть его ЦП. Ну, сину, блядь, вы даете, конечно. Вот скрап метал бы еще грохнусь. Может, ЦП выбью. Вендор! Беру. Вендор чика. Она хоть и бесячая, но есть две иконки, в принципе, хорошенькие такие.
Давай, let's go. Я тебя победил. Отлагивай быстрее, ты че? Ну, давай. Игра у меня начинает сильно уже лагать из-за процессорки. И все-таки мне на Катрину пока уже на скин ее не очень-то и везет. Я смотрю, не очень-то мне и везет. Ну че, одного победим? Посмотрим, как пойдет. Вдруг он перед ЦП... Ой, блядь, ЦП, костюм. Надо их уже добивать. Как-никак. Они вот такие вот, ну, требовательные. Требуются мне они. По крайней мере, есть ЦП, то ищи, какой фразе. Ага. Побежал сразу, а? Ты посмотри на меня. Внезапно это так. Ну давай, посмотрим. Ничего не выпал. Добиваем тогда последнего той буньку. Там еще той буни есть, крат метал. Давай. Я думаю, уже на нем там и еще на одном той Фредди можно будет уже закончить. Хотя можно и на той Бонни. В принципе, почему? Бежим? Нет. Ну, пора как бы. Алло. Сейчас он захайварит, да? Захайварит. Нет. Извини, 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 я не знал, я не помню. Ничего себе ты, конечно. Быстрый! Собака, а? Ну и, конечно, ЦП нет. Ну. Ой. Ну и нафармили мы с тобой. Кого бы еще взять? То одни, то и Фредди ходят. Ферри с кином для ман. О, Ферри самая молодежная, ее можно выбить. А почему бы и нет, реально? Knocked off me now.
Так. Ну все, последний давай. Последний. Куда спать? Изи. Это реально изи. И ты мне, конечно, ничего не дало. И что мне с тобой делать? В принципе, уже большая часть 10 уровня. Ой, Blackheart Bunny, има. Blackheart. Икончика или ЧП. Я иконку Blackheart еще, кстати, ни разу не убивал именно в новом облике. Я только видел скриншоты, а и то они были очень яркими. А у себя на телефоне я его еще не выбивал. Вот так вот. Победили. Топ. Класс. Имба. И не получили, конечно же, ничего. Эх. Ты видел там шоколадный... Там я кое-что заметил. Для меня очень привлекательную штучку я заметил. Там же случайно не та самая шоколадная чика, да? О которой я сейчас подумал. Это же не намек на то, что я сейчас буду выбивать иконку шоколадного кекса номер 2. А ведь некоторые будут его убивать. Здесь. Куда? Здесь будет классно, если бы не выпадет Афтон. Вот Афтон это прям... Ух, соска. Я думаю, шансы сейчас не подводят, в принципе. И он мне реально выпал. Имба. Я же говорю имба. Ой. Ну ладно. На этом пока что. Где там реально? Там реально шоколадная чика была. Да там в натуре шоколадная чика. Ё-моё. Ладно, на этом пока что все. Надеюсь, тебе понравилось. Поставь лайк и подпишись на канал, если ты тут впервые ищешь контент по Forza KNR Darkest Delivery. Оставляй свои комментарии по поводу сегодняшних дропов. Я думаю, сегодня, в принципе, так неплохо по гриндели. Уже скоро 11 уровень. Это всего за 7 часов игры. Это, в принципе, довольно хороший результат. На этом все. Всем пока-пока. До скорого. Удачи. Увидимся в следующем ролике.